Решение Марского городского суда Саратовской области 30 августа 2017 года по делу 2807. Каждое слово судьи жители слушают внимательно. В глазах волнение и тревога. Не случайно. Служители Фемиды фактически определяют судьбу каждого, кто пришел на заседание. При том, что по существу рассматривается промежуточный этап. Но именно он теперь определит, кому будет принадлежать земля жителей села Ястребовка. Битва за гектары здесь началась в конце 2016 года. Землю, на которой в советские годы работал колхоз, в равных долях поделили между его тружениками. Они работали на своей земле и честно ее получили. В основном это жители села Ястребовка, в 20-30 километрах от районного центра. Мы с мужем были в колхозе и вот дали нам всем по 8 га. И вот с тех пор мы как владельцы этого пая на 8 га. Посевные, пастбищные и другие земли они сами обрабатывать не могли. Сельчане решили сдать в аренду свои гектары местному предприятию. Для семьи Даулетовых, как и для большинства их соседей, это был единственный источник дохода. Предприятие работало, местным помогало держать домашнее хозяйство. Сейчас во дворе жителей это все, что осталось от крупного поголовья. Остальных вывели. Купленный корм приходится экономить. 3 года назад предприятие обанкротилось, земля начала зарастать. По закону имущество и право аренды выставили на торги. Но в последний момент объявился второй участник аукциона. Всю жизнь живем на ней, и теперь кто-то пришел и просит нас эту землю отдать им. Жители в отчаянии, фермеры в недоумении, ведь второй претендент на гектары пайщиков появился за несколько дней до окончания аукциона. Предложил сумму чуть больше конкурентов и победил. При этом организация не проработала и года. Я лично открывал интернет, смотрел организацию. «Авангард Агро» организовалась в феврале 2016 года. А в суд они подают документы, отчетность уже за 2015 год. Как они могут так в феврале организоваться в 2016 году, а за 2015 год уже подавать это самое? Когда федеральный закон гласит о том, подписанный президентом, что организация должна проработать не менее 1 года. Фермеры считают, что документы, представленные компанией, не соответствуют действительности. Зато название марксовской фирмы созвучно с крупным агрохолдингом, работающим в нескольких регионах. Разница лишь в реквизитах. Та самая компания, которая претендует на гектары жителей Ястребовки, находится здесь, в поселке Колос, по адресу улицы Ленина, 36. Но лишь юридически. По факту же, двери наглухо закрыты амбарными замками. И что они скрывают, узнать невозможно. В одном из этих окон, возможно, и находится офис организации. Понять, в каком именно, сложно. Как и представить, что в таком помещении находится офис крупного предприятия с многомиллионным оборотом. На здании, кроме вывески торгового центра, других обозначений нет. Если кто на рабочем месте, пытаемся узнать у руководителя организации. Алло. Алло, Роман Евгеньевич? Да, он. Здравствуйте, вас телеканал «Саратов-24» беспокоит. По телефону директор оказался несговорчив. В Колосе, по его словам, есть и контора, и база, которую предприятие якобы арендует у местных фермеров. Имена и фамилии генеральный директор не вспомнил. Учредитель крупной компании, которая официально занимается всеми видами сельскохозяйственных работ, не сказал даже приблизительное количество сотрудников и техники. А в каком количестве у вас техника, можете рассказать? Там техника, люди, персонал. В таком телефонном режиме я не намерен общаться. И с прессой, и с жителями руководство компании ведет себя одинаково. В судах все вопросы решает юрист, знающий все тонкости законодательства и, как предполагают жители, влиятельных людей. Место основания для установления пропущенного процессуального срока на подачу апелляционной жалобы на решение Марского городского суда Саратовской области от 30 августа 2017 года. Этот факт и лег в основу опасений пайщиков. Предприниматели, пропустив сроки, захотели обжаловать решение, вынесенное в пользу жителей. В конце лета они отстояли свою землю и добились расторжения договора аренды, заключенного несколько лет назад. Но предприимчивые дельцы крепко встали на чужую землю, не обладая на нее никакими официальными правами. На момент рассмотрения дела и до настоящего времени «Авангард Агро» не имеет никаких прав на земельный участок. По сути, это постороннее лицо, которое к земельному участку не имеет никакого отношения. Но это лицо почему-то считает, что его нужно было привлечь к участию в деле. Что бы он сказал в этом деле? Как бы он возразил? О чем? Опроверг юрист также и доводы оппонента об уведомлении. По его словам, если решение суда действительно было так важно компании, о нем можно было узнать на сайте. Оно публикуется в электронном виде практически сразу после вынесения. Позицию своего представителя поддержали и сельчане. Те, кто здесь собрались, это те, кто работает. Федор Ильич, например.
Вот Лыков, то есть это вот те, кто вот с 12 лет вот сидели на комбайне и обрабатывали эту землю. И отдать они ее никому в аренду не отдадут. Мы ее отдадим, мы ее сами можем будем работать. Может, мы ее еще кому в аренду, но своим ребятам, местным отдадим, которые нам помогали все это время. Таких в селе немного, но они есть, говорят местные жители. Небольшие фермерские хозяйства работают на соседних земельных участках. В то же время помогают жителям и местной власти. Решаются вопросы, во-первых, это социальная сфера. Вопросы ремонта социальной сферы. Вопросы бывают разные. Где-то нужно отопление, где-то нужно что-то сделать по вопросам благоустройства, выделяя технику и на очистку снега, технику я имею в виду, и технику для того, чтобы косилка обкосить, и стадионы, и школы, и детский сад, и ремонт тоже самое. Все вот эти вот вопросы именно помогает постоянно Виктор Васильевич Ломыкин. Причем в большинстве случаев безвозмездно, говорят чиновники. Сам фермер Виктор Ломыкин признается, делает это от души, несмотря на сложности в работе большого хозяйства. Когда мне задают вопрос, тебе это надо, я всегда отвечаю, да живу я здесь, здесь живут мои родители, живут мои внуки, дети, два сына здесь живут. Решение суда служители Фемиды огласили после длительного перерыва. Узнать его пришли лишь единственные, кому земля жизненно необходима. Представитель «Авангард Агро» решил не дожидаться. Итог, возможно, он знал заранее. Суд определил заявление общества с ограниченной ответственностью у «Авангард Агро» о восстановлении пропущенных процессуальных сроков на подачу апелляционной жалобы на решение Марского городского суда Саратовской области от 30.08.2018 года по гражданскому делу 2807 удовлетворить. Восстановить общество с ограниченной ответственностью «Авангард Агро» срок на подачу апелляционной жалобы на решение Марского городского суда Саратовской области. Теперь восстановление срока подачи жалобы, говорят сельчане, фактически лишает их права распоряжаться своей собственностью. Но не надежды на справедливость. И хотя уверенность в педантичности и объективности районного правосудия в их глазах пошатнулась, за свою землю они намерены бороться до конца. Я надеюсь, что все-таки нас услышат. Если нас не, здесь не услышали на уровне района, то мы пойдем дальше и пойдем и в Саратов, и пойдем. И я думаю, что и президент будет нас слушать, услышит нас. Я надеюсь на это, по крайней мере. Какие масштабы обретет это противостояние, расскажет телеканал «Саратов-24». Корреспонденты информационной службы продолжат следить за этим спором, разрешить который по справедливости наверняка смогут вышестоящие инстанции.